Вместо мяча валана, вместо корта обычный спортивный зал. Вслед за флорболом в регионе активно осваивают еще один новый вид спорта для нашего округа – бадминтон. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок. Бадминтон – эта игра известна во всем мире, а в России она с каждым годом набирает все больше и больше поклонников. Даже у нас в округе, в Заполярье, есть те, кто любит эту игру. Сегодня мы находимся на одной из таких тренировок, игроки которой являются пенсионеры. Что это за игра и чем она полезна, давайте с вами и узнаем. Спортзал детско-юношеской спортивной школы поселка Искателей идет тренировочная игра. Валан перелетает через сетку с огромной скоростью. В качестве спортсменов – пенсионеры. Ограничений по возрасту для бадминтона нет никаких. Сегодня в Наринмаре эту игру осваивают и 6-летние дети, и 60-летние пенсионеры. Их задору можно только позавидовать. На площадку с ракеткой в руках пенсионеры выходят раз в неделю. В первую очередь играет, конечно же, для собственного здоровья. Подвижная такая игра, не застаиваются суставы, вот, и зрение. Кстати, зрение тоже улучшает, потому что следить надо за этим баланчиком, и это очень хорошо помогает, мышцы тренируются, глазные. Страдает опорно-двигательный аппарат у всех пожилых людей. А чтобы вот ходить хорошо, чтобы не было вот этих проблем, надо заниматься именно такими подвижными. По мере возможности тренироваться. Кстати, первый официальный турнир по этому виду спорта в регионе уже состоялся. Играла молодежь. В перспективе организовать чемпионат среди пенсионеров. Единственное, что волнует наших спортсменок, это то, что с каждой тренировкой участников становится все больше. И попросту не хватает места. Но и на это они смотрят, не теряя надежды на лучшее. Я сюда хожу регулярно. Очень нравится мне тут прекрасный зал. Все, но места мало. Мало, нас, например, много, видите, как тесно. Надо бы, конечно, расширить. Так. А так очень и общение хорошее, и это занимаемся, и тренер у нас хороший. Ну, все нравится нам. Здоровье, общение, сама игра как отдых для души. Вот такой он, бадминтон у пенсионеров. Роман Христюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».